70-летию Победы 70 добрых дел. До праздника сотрудники Центра социального обслуживания населения города Чебоксары планируют навестить как можно больше ветеранов, инвалидов и вдов участников Великой Отечественной войны. Накануне гостей принимал Александр Михайлович Зюзин. На фронт Александр Михайлович попал в 1944 году. Служил связистом и дошел до Берлина. Был у поверженного Рейхстага. Сегодня его грудь увешана медалями, но тогда в бою о наградах он со своими товарищами даже не задумывался. И сегодня, обращаясь к молодежи, он говорит совсем о других ценностях. Самое главное, надо быть человеком. Вот. И надо любить свою родину. Вот. И честно служить. И все. Спустя несколько лет после войны Александр Зюзин приехал в Чебоксары и остался жить здесь. Теперь считает республику своим домом. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика.